На протяжении всей истории человечества этим миром правили боги, а люди были их рабами. Все в этом мире когда-нибудь меняется. Власть перешла к человеку, и человек изгнал богов из этого мира. Но нечто другое приобрело свободу. Восстало нечто, что существовало еще до человека. Обретя свободу, человечество вынуждено бороться за выживание. Кто-то прячется, кто-то бросается в бой. Настало время, когда выбор человека определяет, кем он является. Эй, ты в порядке? Ты в порядке? Да-да, но кажется, что я выпила половину океана. Ты помнишь, что случилось? Только того странного человека из Инквизиции. А потом шторм, он вел корабль прямо на него. А потом пропал. Видимо, корабль пошел ко дну, а нас выкинуло на берег. Похоже, что тем бедолагам повезло меньше, чем нам. Есть идеи, где мы? Нет. На другом острове, наверное. Нам надо убираться с этого пляжа. Крушение может привлечь мародеров, а они не церемонятся с выжившими. Хорошая работа. Ты вооружился? Если ты готов, можем двигаться. Надо уходить с побережья и поискать еду и чистую воду. Утонул. Ха.
Мертв. Я готов. Пошли. Самое подходящее время. Где-то здесь должна быть тропа, ведущая вглубь острова. Давай найдем ее. Осторожнее. За деревьями что-то шевелится. Готовься. Доставай оружие. Я вас впечатлю.
Должно быть, его привлек запах тел на берегу. По крайней мере, теперь у нас есть немного мяса. Нам понадобится огонь или печь. Если уж мне приходится питаться крысами, я не ем их сырыми. Если найдем сковородку, можем его пожарить. Жареное мясо восстанавливает энергию, даже если это всего лишь крыса. Еще бы нам не помешали лекарственные растения. Возможно, здесь что-нибудь подобное растет. Посматривай по сторонам. Осторожно, отличная работа. Видишь факелы? Тут должны быть люди неподалеку. Думаешь, нам надо двигаться в сторону факелов? Я останусь здесь. Вот ты где. Я останусь здесь. Вот ты где. Осторожно. Отличная работа. Смотри, это дом. И вдобавок заброшенный. Интересно, что тут произошло? Что-то выгнало отсюда жителей. Что бы это ни было, мне оно уже не нравится. Давай осмотримся. Можем найти что-нибудь полезное. Ты загляни внутрь, а я снаружи покараулю. Позову тебя, если еще крысы появятся.
Похоже, в этом доме давно уже никого нет. Я нашел только запертый сундук. Но если у тебя нет ключа или таланта вскрывать замки, этот сундук так и останется запертым. Я смог открыть сундук в доме. Нашел что-нибудь полезное? Только сковородку. Остальное просто хлам. Ну, по крайней мере, теперь мы можем поджарить мясо. Я бы не отказалась от жареного мяса сейчас. Будем считать, что это говядина. Думаю, ты тоже не прочь поесть. Выглядит ничего. Неплохо пахнет. Выглядит неплохо. Вот тебе жареное мясо. До тех пор, пока не начнешь задумываться, чем оно было при жизни. А это неплохо. Нам нужно продвигаться внутрь материка. Слушай, я сожалею, но мне действительно необходим отдых. Эта буря меня истощила. У меня кончились все силы. Я отдохну тут немного. Ладно. Я вернусь за тобой, когда буду знать немного больше об этом месте. Не беспокойся за меня. И соблюдай осторожность. К северу отсюда есть тропа. Похоже, что она ведет вглубь материка. Может быть, там есть какое-нибудь поселение? Неплохо пахнет.
Еще одна могила. Mm-hmm.